Несвижский дворцово-парковый комплекс с разноплановой архитектурой и крупнейшим ландшафтным парком. Красивейшее место в Белоруссии и одна из самых популярных достопримечательностей страны. Несвиж расположен в Минской области в 112 километрах на юго-запад от Минска. В первой половине 16 века владельцем Несвижа стал один из богатейших в Европе род Радзивиллов. Первый камень в фундамент Несвижского замка был заложен в 1583 году. Замок перестраивался много раз и в результате приобрел вид дворца, сочетающего черты многих архитектурных стилей – ренессанса, барокко, классицизма, неоготики, модернизма, рококо,